Обновление дачных пространств. Стартовавшая в сентябре республиканская программа софинансирования СНТ может похвастать первыми итогами. Напомню, реализация проекта направлена на помощь дачникам в обновлении инфраструктуры садоводческих обществ. Однако, чтобы попасть в нее, нужна заинтересованность самих садоводов. Подробности далее. В 2018 году в рамках программы софинансирования СНТ Татарстану было выделено 33 миллиона рублей. Часть бюджета для обновления садовых обществ собрали сами дачники. Таков регламент программы. Размер материальной помощи напрямую зависит от суммы, которую готовы потратить на ремонт товариществ дачники. Садоводы оплачивают 1/3 от стоимости проекта, от стоимости сметы. 2/3 им финансирует министерство, то есть республиканское. Вот так это происходит. К сожалению, в 2018 году эта программа уже закрыта. То есть сейчас собираем последние документы, отвозим их на регистрацию. В этом году финансирование получили 3 садовых общества – «Весна-2», «Дружба» и «Дубравушка». Работа в них начнется в следующем году. Так в «Дружбе» отремонтируют внутреннюю дорогу. Уже сейчас в общество завезен щебень. В «Дубравушке» обновят опоры освещения, столбы ЛЭП и провода. А вот в садоводческом обществе «Весна-2» полученные средства потратят на обновление водной системы. Эта проблема является одной из наиболее встречающихся вместе с отоплением и электроэнергией, решать которой помогает программа софинансирования. Остальные садовые общества Челнов еще могут получить шанс на изменения. Для этого необходимо подготовить документы до апреля 2019 года. Именно тогда стартует регистрация. Программа софинансирования СНТ будет действовать до 2021 года. Любовь Захарова, Ленар Мустафин, Челны-24.